Маленькая алматинка Софи Манасян в свои 6 лет уже имеет немаленькие награды. Она стала лауреатом и первым призером международных конкурсов по танцам. Со своими выступлениями юная артистка объездила весь Казахстан, побывала в США, Италии и России. А вот скрипач Умар Куанышев – победитель многих престижных международных и республиканских состязаний. 2 года назад он завоевал гран-при на конкурсе «Флам» в Париже. Сейчас ребята готовятся к участию в фестивале «Москва встречает друзей». Каждый из них настроен только на победу. Мне помогают другие учителя, очень помогает. И я так стараюсь, чтобы быть такой артисткой. Я бы хотел поблагодарить всех банка РБК и фонд Спивакова за предоставление такой возможности поучаствовать в очень престижном фестивале. Фестиваль «Москва встречает друзей» пройдет в столице России с 23 мая по 1 июня. За главные призы будут бороться 6 тысяч участников из разных стран мира. Отбор кандидатов проводили представители Международного благотворительного фонда Владимира Спивакова, под патронажем которого и проводится фестиваль. В итоге право представлять Казахстан завоевали Софи и Омар. В Москве юные таланты проведут несколько дней, а вот расходы, связанные с поездкой, полностью взял на себя банк РБК. Я более чем уверена, что у каждого руководителя банка РБК есть потребность к творению, к помощи творцам, демиургам. Если я сама бескрылая, то я с удовольствием готова помочь тому, у кого есть крылья, кто парит, кто творит, кто способен на это. Помимо 2 конкурсантов, банк РБК отправит в Москву работы 5 юных казахстанских художников. Эти картины будут показаны на международной выставке, которая пройдет в рамках фестиваля. Амина Абдрахманова, Искандер Тугуспаев, телеканал «Алматы».